Что такое? Что такое было? В смысле? Что такое? Блин. Ой. Что? Где я вообще? Фак. Кто там? А, кабанчик. Кабанчик — это хорошо. Блин, у меня в инвентаре... Блин, почему я голый? Я голый. Так. Хотя бы не мерзну. Блин, надо хотя бы одеться, блин. Это что-то вообще... Криво жопу все поймал, можно сказать. Так, вот это все выкинем. Что-то уже больше нам не нужно. Блин, надо... Поел и хватит. Дайте доски добудем. И где мои досочки? Вот они. Я вот так вот сделаю. Отключаю. Так вот. Ну, здесь как-то Что-то это непонятно, я сделал так. Так. Где мой костер? Костер. Вот. Ой, походу придется здесь так. Раз, два. Ядро, навоз. Офигеть! Ну ладно, здесь побежит, так быстро, только быстро, я сейчас заморзну, фак! Все, понял. Помню, капец, капитосик. Опять зима. Что, больше чего здесь нет? Я посплю. Какой он на Better Shelter? Пошли вы со своим Fallout Shelter. Так, я здесь хочу поставить деревяшки. Надо здесь поставить деревяшки, потому что это капец. Вот если я не усну. Давай. Не Better Shelter. Положись. А пошли вы. Все, ночью весь день буду идти. Офигеть, деревце. Дерево, я тебя завидую. Привет, получили. Блин, я не понятие, куда попал еще. Вот бы знать хотя бы. У меня есть, чтобы обороняться, лопаты и бомбы. Ну или петарды. Что такое? Лол. Давай. Бохни. Давай, давай. Go, let's go. Let's go. Блин, мочи. I'll be back. I'll tell you. It's you, my shit. Mm-hmm.
пусти эти собаки. Что за дичь? Да вы задолбали меня, козлы. Лол! Ой, какой нуб! Нуб! Это тоже нуб. 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 Разбубенились. Чисто волки. Я думала, они такие мягенькие, они здесь косичку набивают. Так. Что они тут просто взять и полежать? Сколько их не замерз, не замерз. Все, одно ведро сложно. Так, ладно. Это вынесу. Блин, у меня осталось 3 штуки всего лишь. Все, точка, так. Лопата и петарда. А же сильно, но все равно. Может, петарда есть? Так, есть только бомбы, есть. Яйцо. Ну, Модрич. Яйцо. Модрич. Ааа, what the fuck. Кто это у нас? Нам надо вот стоп. На. Ахари. Ахари какашка. А это у нас что? У меня такие прям 2 яйца в этом. Мама дорогая. Кто такой? Ой, лол, блин. Я думаю, что нам нужно какое-то путешествие, блин. Походу, не в тот мир попал, да еще у меня одежда не та. Походу, блин. Еще волк будет. Походу, я упал. Вот, я вспомнил. Я упал? Когда у меня полет был, я не знаю почему, но я умел летать, как и сейчас, почему-то, блин. Но тогда полет у меня отключился и все. Я упал и появился где-то 10. Надо посидеть возле костра, потому что... Типа ты пришел для испытания? А, видите уже. Трава, костер, вы видите? Вы видите? Ну вы видите, трава, костер, земля. Там свет уже наступает. Сломать костер. Я возьму, хотел чуть-чуть погреться. Мама дорогая, опять загорелась.
Все. Загорел, а теперь я бросаю сюда. Ого, еще земля отлетает. Почему? В смысле, Айрон? Смотрите, я какое-то яйцо нашел. Индюк сраный. Лол. Хорошо, они тупые. Куропатка, что ли? Куропатка нам не повредит. Одну сейчас съем. Две съел. Три. Походу придется переплывать, да? Блин, я так, конечно, помню эту местность. Надеюсь, что я не помню. А будет тоже должен быть тупой. Ха, не ошибался. Блин. А что мне, как мне еще здесь быть? Можешь где-нибудь дом основать? Ты что, макинтош, что ли? На земле есть? Ну все есть здесь. Вот здесь прям бесконечно это. Естественно, вот так все оформляем. И мы переселились сюда. На дерево, я думаю, можно только. Раз, два, три. Так, на дерево сделаю дом. Всегда то, что нужно, то и есть. Даже, блин, даже лестница есть. Дальше деревяшка обязательно, она тоже есть. Мне надо что-то требуется. И чем я это прикину? Кстати, есть даже железные дерево. Мама дорогая, сколько здесь я буду лезть? Ну, думаю, здесь я сделаю такой, типа микродомик. Ой, бедная утка, улетай. Так, ну, я думаю, я здесь сделаю микродомика, чтобы здесь, в принципе, защищаться от того, типа, холода. От холода. Здесь я так вот сделаю, сейчас мы все здесь исправим, так. И вот то, что я решил исправить, это вот, вот так вот, в принципе. Блин, а здесь реально круто можно жевать. Прямо здесь вот. С кем я вообще разговариваю? Да. Хорошо, что у меня на спине парашют, блин, висит. А то уже
сто раз успел поразбиваться, так что... Блин, вот были воспоминания о городе. Это вообще капец, это вообще, это круть. Конечно, не райская жизнь, но все равно. Круть была. Блин! Надо было коробок в путешествие взять. Он, блин, вот этот. Не взял коробок, теперь сожалею. Вспоминаю я, как последний раз в городе я купил iPhone X. Блин, я реально думал, что я куплю iPhone X. Купил за 13,5 где-то тысяч. И тут на тебе. Ну, вообще-то был Android, но ничего, все равно. Android и iOS, в принципе, практически одно и то же. Жалко. Жалко то, что здесь нет никакого айфона, никаких ценников. Так вот. Так вот, вот так. Так, отделаем дом. Нет, здесь мы должны взять по-красивому. Так. Понятно. Вот так по-красивому я не смогу взять. Сделаем это. Да блин. Как они здесь вот так вот все? Да. А, подожди. Так, все по-красивенькому. Здесь. Блин, помню, когда я в Майнкрафт уже вообще крутизна была. Сейчас я попробую сделать стиль Майнкрафта. Конечно, много в него не поиграл. Ничего. Ничего, пережил это. Дальше мне нужна дверь. Мое пространство личное. И чуть-чуть семена. У меня семена здесь есть. Вот, плент. Я хочу вырастить. Хочу вырастить. Котон и пупкин. Вот. Пурпуровые цветочки хочу вырастить. И что это? И траву. А-а-а, блин! Фак! Так надо здесь огородить, чтобы никакой чмо не пробирался. Так, ну здесь будет плохо, если кто-нибудь проберется. Потому что здесь... Все вот так вот. В принципе, блин, я хотел так, чтобы вот так вот раз-два и все. А фигушка богатая все. Здесь это тебе не... Это тебе не игра. Жизнь это сложная штука, чувак. И повторяя это, я все больше и больше грустил. Но все равно отчаяться нечего, все-таки выжил уже. Выжилось. Вот так вот мы здесь все спилим сейчас. И я могу здесь вырастить точек свой. Блин. Классно, круто будет. Круто, если вырастить свой цветочек, всегда хотел вырастить цветок. Так. Реально, это круто было. Так. Что хотел вырастить? Я хотел вырастить цветочек, трава мне не нужна, и белый цветочек. Вот сюда, 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 вот так вот. What the fuck is?
ничего не делал. Вот здесь, блин, Реал. Мадрид Реал. Мадрид Мадрид. Здесь так вот. И здесь мне будут встречать тоже такие цветочки. Блин. Так, мне надо поставить так. Тут уже убираем. Есть, есть. Опа. О, красава вообще. Да ёшкин котик. Я здесь буду вот так вот. Интересно. Интересно, что же будет? В принципе, я думаю, что здесь... Здесь, в принципе, все хорошо, так хорошо. Хорошо. Слушайте, короче, я придумал такую дичь, что... Здесь, блин, здесь можно прям освоиться. Где эта хрень? Блин. Ладно, вот, в принципе, вот так. Да не сюда, не сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда я здесь, в принципе, сейчас думаю, что здесь все так вот. Так что я достроил свою дичь. Я ее достроил. И пишу. Только цветочки мне сейчас не нужны. Так, ну, в принципе, все, да? В принципе, все. Можно, в принципе... Здесь, в принципе, здесь вообще ничего нету. Так, белые цветочки надо еще. Что-то я криво, кто кривожопа, дорогие друзья, поставил. Какие дорогие друзья, кому я все это говорю? Даже как я сам с собой не знаю. Ёшкин кот. Да не бойся заходить. Ты здесь на проходе стоишь. Ой, не стоишь, именно. Ладно. Да вы задолбали. Какие дорогие друзья, блин. Блин, убивают его. Ой, мама дорогая, что я сделал? Летать. Блин, блин, быстрее, быстрее. Туши, туши, туши. Я уже умею летать. Все, все, ничего не годится, ничего, все. Тихо, тихо. На такое ощущение, что мой дом горит. Ё-моё, кто такой? Вот, в принципе, что я думаю, так это то, что я там, короче, здесь доделал все, да? Доделал. Проспать. Да, ага, сейчас. Сейчас мы размить стал все. Мы слазим. Далекие края. Ну, что стоит соседи, веселые друзья. Да-да-да. Короче, семена выбрасываем, вот это выбрасываем. В принципе, я думаю, что здесь можно поставить такую фигню, что. Надеюсь, я потушу, здесь пожар, а то сейчас еще мой дом сгорит, к счастью, к полному. Я придумал то, что, когда, короче, я проснусь, я доделаю. Ну, не доделаю, потому что доделал дом.
Я думаю, в принципе, здесь стоит что-нибудь такое, ну, что-нибудь доделать. Вот почему-то, какая-то вот что-то, вот чего-то здесь не хватает, реально, вот чего-то не хватает. Я думаю, здесь всего не хватает, потому что здесь, во-первых, все на косяк пошло, во-вторых, а во-вторых, здесь все будет кривожопо, потому что здесь я такое кривожопо и умею делать, и все. Вот так вот. Вот такой маленький домик. Я, в принципе, сделаю даже окошечко, чтобы можно было смотреть куда-нибудь. Здесь я поставлю какие-то нюшечки. Ну, пожалуйста. Вот так. Через окно выкину этот. Дайте дверь, выкинем через окно. Да, это было смешно. Смешно. Что у меня? Подождите, что? Блин, мне не смешно, здесь еще доступно. О, скорость ветра. А, скорость ветра, в принципе, здесь не надо изменить. Ну, здесь нормально. Здесь нормально. А вот здесь можно изменить уже скорость ветра. Какая она будет скорость. Если что, если вдруг что, то тогда спрячемся здесь и закроемся. Я думаю, я все в капец уже, потому что я уже не могу. Я уже подпрыгиваю от страха. Все. Спать, да? Спать? Миша, ты будешь ложиться спать или нет? Температура нормальная? Ну все, думаю, до следующего утра. Думаю. Все. Давай, ложись. Ложись.